Мы находимся сегодня в одной из аудиторий Еврейского университета в Иерусалиме. Вместе с нами в этой аудитории находится профессор, доктор философских наук Александр Болотников. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Александр, хочу спросить вас как профессора-преподавателя. Скажите, для того, чтобы понять Священное Писание, неужели нужно так много изучать, чтобы наконец-то понять его? Исходя из своего преподавательского опыта, отвечу так. Самая главная дисциплина, о которой любой читатель Библии должен иметь представление, это история. Без нее очень трудно понять, когда, кому и в каких условиях написано было Священное Писание. И здесь, в отличие от каких-либо других периодов, огромную роль играет археология. Мы слышали сегодня много интересного о том, что делается здесь, на раскопках. Я хотел бы задать вам такой вопрос. А как вот эти исследования, достижения археологии как науки помогают или не помогают тем, кто читает Библию? Мне кажется, что археология очень сильно помогает понять Библию. Даже если вы не являетесь археологом, но приехали сюда, на Ближний Восток, то вы все равно чувствуете здесь дух Библии и можете чему-то научиться. Но если вы приезжаете сюда и получаете шанс запачкать руки землей, то это открывает для вас новые понимания и признание Слова Божьего. По крайней мере, для меня. Теперь я знаю, как выглядела чаша, за которую Исав продал первородство своему брату Иакову. Когда Иисус рассказывает притчу о 10 мудрых и неразумных девах, которые держали в руках свои светильники, ожидая жениха, я знаю, как эти светильники выглядели. Это важно. Вы можете представить, как выглядели города древности, какие люди здесь жили, как израильтяне во главе с Иисусом Навином завоевывали эти земли и какие виды оружия использовали обе стороны, заселенные хананеями. Обычно, когда мы представляем себе меч, пращу или стрелу, описанные в Библии, в нашем сознании возникают образы средневековых оружий. Но я знаю, какие виды оружия использовали здесь, и они очень сильно отличались от того, что мы себе представляем. Археология помогает нам увидеть реальность и открывает нам реалистичные картины тех историй, которые описаны в Библии. Этот артефакт, который мы только что нашли, это камень, который был снарядом для пращи. Довольно круто, да? Видите вон тот камень? Кен, ты можешь поднести вон тот камень, чтобы мы его увидели? Принеси, пожалуйста. Да, вот он, только что выкопали. Он частями не уцелел. Мы находим сотни таких камней, особенно от компании ассирийского царя Сенинхерима. Он осадил этот город в 701 году до нашей эры. Он использовал это оружие, и, конечно же, иудеи использовали подобное оружие против ассирийцев. Их можно использовать многократно. Вес камня — где-то 450 грамм. В полете он способен развивать скорость до 200 км в час и пролететь примерно 150 метров со смертельной точностью. Если вы не носили броню, он мог войти внутрь тела. Мы находим записи врачей римского периода, которые сопровождали римские легионы в их походах. Их записи показывают, как хирурги извлекали эти камни. Мы знаем, что это оружие использовалось на протяжении многих лет. Сразу приходит на ум история Давида и Голиафа. Вы помните, что Давид использовал пращу, но они также использовались в военной кампании Сенахерима. Всего лишь несколько сезонов назад в одном из домов этой локации мы нашли целую кучу из 25 таких камней. Мы находим это вместе с наконечниками стрел, наконечниками копий. Иногда мы находим броню, которую носили ассирийские солдаты. И все это свидетельствует об ужасных событиях кампании Сенахерима, который осадил этот город в 701 году до нашей эры и впоследствии его разрушил. Библия ярко повествует нам об этих сражениях. Они описаны в книгах пророка Исаии и Паралипоменон. Могут ли археологические раскопки прямым или косвенным образом подтверждать библейский текст? Когда находятся письменные свидетельства, конечно же, они подтверждают библейский текст. К примеру, стела царя Меши,
найденная в Иордании. Это Моавитский царь, он упоминается в Священном Писании. И, соответственно, сразу же археологи смогли на этом основании увидеть, что вот эти тели, которых очень много, эти города, это моавитские или аммонитские города. То есть письменное свидетельство, конечно же, дает подтверждение. Или же когда в Месопотамии нашли хроники царя Синахириба, который прямо пишет, что он царя Езекию как птицу в клетке запер в Иерусалиме. Ну, это однозначное подтверждение историчности событий, описанных в книге «Четвертое царство» и в книге пророка Исаии. Здесь, в Лахише, мы находим доказательства одной из самых удивительных историй, описанных в Библии. Это военная кампания Синахирима в 701 году до н.э. на Иудею. Он записал свой поход на Иудею в своем дворце в Ниневии. В этих записях он показал серию удивительных картин своего нападения на Лахиш и его осаду. Смотрите, у нас есть раскопки в этой местности, а также есть записи, которые сделал ассирийский царь, где он рассказал, как он напал на иудейского царя Езекию. И вот мы приезжаем сюда, в Лахиш, и сравниваем то, что нашли, с тем, что раскопали археологи в других странах Ближнего Востока. И все эти находки объединяются в прекрасную картину того, что описано в Библии относительно драматических событий в истории Иудеи того времени. Александр, к сожалению, многие читатели Библии говорят, что библейский текст весьма труден для понимания. И особенно, когда речь идет о тексте Ветхого Завета. Что делать? Ну, прежде всего, нужно понимать, как пишется и делается историческая наука именно того периода, того региона. Потому что мы находимся с вами на Ближнем Востоке, и перед нами примерно 2000 лет того, что называется библейская история. И существуют два подхода к изучению именно библейской истории. В первую очередь, это лингвистический подход. Что значит лингвистический подход? Мы читаем исторические документы, хроники, письменные источники, все, что осталось нам на глиняных табличках, на каких-то памятниках, на каких-то камнях. Вот это все является ценнейшим материалом, который помогает нам прежде всего увидеть Библию в контексте вот этого материала. И таких материалов, похоже, немало. Да, таких материалов немало. Хотя, а что еще? Ну и второй способ важный – это археология, то есть изучение непосредственно, можно так сказать, материальной культуры того времени. Сама Тора, само Пятикнижие, оно может быть историческим источником для нас? Для того, чтобы реконструировать историю Ближнего Востока, ученые используют и клинописные таблички, и папирусы, любой древний документ, который они находят. Так почему они не могут использовать и Тору, которая содержит полное и последовательное изложение событий в истории человечества? Насколько же ученые, которые занимаются этими исследованиями, могут быть уверены в достоверности свитков Торы? Если мы возьмем одно из самых важных археологических открытий последнего времени, то это, конечно же, открытие свитков Мертвого моря в Кумране. Там были найдены фрагменты практически всех книг Священного Писания, кроме книги Эсфирь. Если говорить о Пятикнижии, то там даже найдены были отрывки из книги Левит, написанные древним старым шрифтом, который называется палеоеврит. Нахождение свитков Мертвого моря в 1947 году – это, вероятно, самое важное открытие в библейской археологии. Там нашли все книги Библии, кроме книги Есфирь. Некоторые даже в нескольких экземплярах.
Эти открытия подтвердили, что текст нашей современной Библии, которая была сделана на основании более поздних текстов, абсолютно идентичен самым древним текстам Писания. И все же хочу спросить вас, если так много достоверного, почему среди ученых, археологов так много тех, кто все же не верит Священному Писанию? Потому что существует два основных подхода к истолкованию Священного Писания. Первый подход – это историко-грамматический подход. То есть все, чем ученый пользуется, это грамматика. И вот текст написан на иврите, мы должны прочитать и понять, что этот текст говорит. Историка – это означает, что ученый исследует Священное Писание в его историческом контексте. Но есть и другой подход – историко-критический подход. Первая часть, она такая же – без истории никуда. Однако же вторая часть, она немножко другая – критический подход. Все подвергается сомнению. Ученый, идущий таким путем, стремится деконструировать этот текст, разобрать его на какие-то составные части, говорить о каких-то источниках и подвергать любое утверждение сомнению. Современным археологам позволяется иметь критический подход ко всем древним документам и реконструировать любое историческое повествование. Библейский текст рассматривается не как стройное историческое повествование, а как сборник многих разных историй. В таком разрезе Библия воспринимается как сборник разных рассказов, даже мифологических, и только потом исторических. Поэтому современная археология иногда дает свою реконструкцию исторических событий, которые не всегда подтверждают библейский текст. Всего лишь за год до находок в Тель-Дане некоторые археологи и библейские ученые заявили, что царство Давида не было таким большим и обширным, как повествует нам Библия. Один британский ученый из Шеффилда публично заявил, что Давид вообще не существовал и является мифической фигурой из библейских записей. Всего спустя год после публикации его книги «В поисках древнего Израиля» в 1993 году в Тель-Дане были найдены записи арамейского царя, который подтвердил существование дома Давида. Этот арамейский царь подтвердил, что существовал не только Давид, но вся его династия. И эта запись была сделана спустя 140 лет после его смерти. Но как же на это отреагировали ученые? Некоторые сказали: «Чудесно! Эта находка подтверждает нам, что Давид действительно существовал». А другие сказали: «Ну что же, может быть, стоит посмотреть на эти записи с другой стороны и поискать другую интерпретацию». Некоторые даже заявили, что это была фальсификация, которую подсунули археологи. Так что даже когда люди получают самое прямое доказательство, они могут как принять, так и отвергнуть научные данные. Насколько я понял, выходит, что результаты одного и того же эксперимента могут по-разному толковаться разными учеными. Да, действительно. Эксперименты показывают конкретные данные, как мы интерпретируем эти данные. Модель, которую использует наука, говоря о происхождении Земли, это модель, основанная на человеческом опыте. Как же тогда быть человеку, который встречается с этим конфликтом Библии или науки? Что ему выбрать? Библия утверждает одно, а наука утверждает другое. Где выход? Очень просто. Наука, какая бы точная она ни была, как бы точно она ни провозводила измерения, какие бы искусные формулы и уравнения она не применяла бы, все равно основана на человеческом опыте. Любая модель строится на основании человеческого опыта. Библия – это Божье откровение. Божий опыт – это не человеческий опыт. И здесь вопрос выбора. Кому человек доверяет? Всевышнему или самому себе? Александр, почему так бывает, что некоторые научные открытия истолковываются однобоко, односторонне?
Дело в том, что во многих университетах сегодня господствует критическая школа. Принцип критицизма, он все хочет деконструировать. Возьмем, к примеру, Ерехон. Во всех научных кругах бытует одно и то же мнение, что ему 8 тысяч лет. Хотя с точки зрения общей истории развития человеческих поселений, опять же, не основанной на Библии, но основанной на чисто антропологических исследованиях, это возраст какой-то очень-очень нелогичный. Проблема заключается в том, что древнейшие города, например, такой цивилизации, как Месопотамия, это колыбель цивилизации, Ур, Урук, это, ну, максимум 3000 лет до нашей эры. Древний Египет, тоже там 2000, 2500 лет до нашей эры. Не 8. Ханаан, это не считалось колыбелью цивилизации. Там не найдено никаких других памятников. Этот Ерехон, как бы вот они продолжают утверждать, 8 тысяч лет. В 80-е годы Рандал Янкер, известный археолог, он был директором Института археологии имени Зигфрида Хорна, провел детальное исследование методологии стратиграфии, которую использовала Кэтлин Кеннион. И пришел к выводу, многие срезы, многие временные слои, которые она указывала как разные... В этом историческом пироге, как мы говорили. В этом историческом пироге. Они абсолютно одинаковые. Рандал Янгер провел подробнейшую деконструкцию работ Кэтлин Кеннион и пришел к выводу, что Ерехону не больше 4000 лет. То есть вполне соответствует библейскому историческому исчислению. Да, это вполне логично совпадает с Библией. Его работу приняли, она была защищена как докторская диссертация, но тем не менее для многих преподавателей университетов все равно Ерехон 8000 лет. Когда мы говорим слово «наука», оно оказывает на нас какое-то магическое воздействие. И мы не понимаем, что научный процесс состоит из двух важных составных частей. Первая часть – это наблюдение и эксперименты и измерения. За каким-то действием? Да. Наблюдение за природным явлением – это самая главная часть науки. Это то, чем наука занимается. Это то, что является объективно. Наблюдение, измерение, эксперимент. Особенно тогда, когда он прямой. А вторая часть – это интерпретация полученных данных. И вот этот вопрос интерпретации, он часто является очень тонким вопросом. Как мы понимаем то или иное измерение? Что здесь реально на этом месте было? Часто зависит от убеждений тех людей, которые, поставив эксперимент или произведя измерение, дальше начинают интерпретировать результат. Один из самых известных споров на стадии зарождения истории как науки был спор о том, могли ли израильтяне изготовлять кирпичи, когда они были в Египте. Суть спора заключалась в том, использовалась ли солома при изготовлении кирпичей для хранилищ фараона. В течение многих лет европейские ученые, которые исследовали этот вопрос в 18-19 веках, очень критично относились к использованию Библии как к историческому документу. В эпоху модернизма модно было подвергать критике подобные вопросы. Они говорили, что это какая-то ошибка Библии. В конце концов, в Европе в кирпичи не добавляли солому и не строили дома из подобных материалов. Но сегодня мы знаем, что в эпоху наивысшего рассвета Древнего Египта
кирпичи добавлялась солома. Сохранились древние хранилища времен разных фараонов. Например, Рамзес в Луксоре полностью построен из соломенных кирпичей. И по сей день можно увидеть эту солому в кирпичах, так как здесь климат очень сухой. Мы знаем, что даже сегодня, спустя столетия, люди подобным образом строят дома вдоль всей реки Нил. И мы знаем, что сегодня египтяне все еще используют солому как связующий материал при изготовлении кирпичей. Так что у нас есть доказательства того, что египтяне использовали солому при изготовлении кирпичей и не только в древние времена, но и сегодня. Как вы считаете, найдено ли уже достаточно документов, исторических вот этих находок, которые могли бы нам помочь понять эту древнюю историю? Да, в конце 19 века был осуществлен прорыв. В частности, проводилось очень много раскопок в Месопотамии. Тогда это еще была часть Османской империи. И когда археологи начали раскапывать древние города, древние курганы там, то было найдено огромное количество глиняных табличек, содержащих древние мифы, литературные произведения, торговые записи, бухгалтерские книги и даже записи, касающиеся семейного положения, такие как брачные контракты, усыновительные документы и так далее. Все эти источники письменные показывают нам жизнь, быт и культуру народов Древнего Ближнего Востока, в контексте которого и написана Тора. Иногда мы находим имена, которые лишь кратко упоминаются в Библии. Например, ученый из Венского университета работал с материалами Британского музея. Он исследовал вавилонские таблицы. В списке имен, которые употреблялись в этих таблицах, он случайно увидел имя, которое ему показалось знакомым. И он вспомнил, что видел это имя в одном маленьком тексте из книги пророка Иеремии. Это был военачальник Навуходоносора по имени Навузардан, которому Навуходоносор дал эту должность прямо перед захватом Иудеи. Иногда на подобное открытие затрачивается очень много времени, и к этому можно прийти только один раз. Плита, которая упоминает о Понтии Пилате, правителе Иудеи, была обнаружена только в 1961 году. Надпись с именем Давида была обнаружена всего лишь несколько лет назад. Здесь, на этой локации, буквально пару лет назад, мы обнаружили надпись, упоминающую Иоакима, который был главой всего имущества царя Иезекии. Впервые упоминание о нем было обнаружено здесь, в Лахише. Всего лишь пару лет назад команды Южного Адвентистского университета. Так что иногда, чтобы что-то найти, приходится ждать годы. Мы находимся с вами в очень уникальном месте. На восточной стороне Мертвого моря, с юга. Здесь находится вот эта стенка, состоящая из оплавленного гранита. Это признают все. Тут много каких-то измерений, исследований не нужно. Достаточно прикоснуться и увидеть, что это оплавленный гранит. Гранит плавится при температуре несколько тысяч градусов. Это понятно всем. Здесь спору быть не может. Однако вопрос и спор возникает. Почему этот гранит оплавился здесь? Тора говорит нам, что в этом месте находились города Содомские и Гоморские, и Бог на них излил дождь из огня и серы. Но далеко не все будут разделять мою точку зрения, основанную на Священном Писании. Здесь, вот, мы читаем, написано на табличке. Вы сейчас находитесь на одной из линий разлома, который сформировал Иорданскую долину. Этот разлом образовался в прекамбрийскую эпоху 600 миллионов лет назад. Как мы понимаем, происходящее зависит очень часто от того, во что и в кого мы верим. Верим ли мы библейскому повествованию или вот этой вот эволюционной интерпретации?
Мы с вами сейчас находимся, возможно, это нулевая отметка, потому что мы поднялись. А так-то это самая низкая точка на Земле. 400 метров ниже уровня моря. Вот если посмотреть на израильской стороне, вот этот кряж и точно такой же симметричный кряж вот здесь, вот эти два кряжа, они идут далеко на север, и фактически здесь Библия нам описывает, был настолько мощный сейсмический температурный удар, что земная поверхность здесь прогнулась чуть ли не на 1200 метров. Потому что вот это вот разница высот. 1200 метров. Вот там на 1200 метров отсюда находится Иерусалим, там Амман. То есть вот это Библия описывает. И когда мы смотрим на ситуацию здесь, в принципе, библейский текст дает нам вполне логическое объяснение происходящего. Но человеку, который отказывается верить Слову Божьему, он тогда вынужден доверять науке. Проблема в том, что геологическая наука, особенно историческая геология, не имеет возможности провести прямой эксперимент. То, что утверждает историческая геология, было 600 миллионов лет назад, никто современным экспериментом проверить просто не в состоянии. Стало быть, лучше верить Библии. Да, тут вопрос выбора, во что ты веришь. Веришь ли ты в собственный опыт и экстраполируешь этот опыт на вещи, которые ты отследить не можешь? Или веришь ты в Бога, Творца неба и земли, который открывает тебя на страницах Торы?